Богатырь среди томатов. Если вы любитель настоящего вкуса томата, то этот сорт для вас. Он, обладая хорошим иммунитетом, дает отличный урожай даже в прохладных регионах. Ведь не зря у него название «Сибирский гигант». Это действительно изумительный сорт с гигантскими плодами. Гиганты бывают разных расцветок. У меня желтый. Ухаживать за сибирским гигантом несложно. Главное – полив теплой водой, подкормка раз в 2 недели, посынкование и формирование кустов. Формирую его в 1 или 2 стебля. Из-за густой кроны приходится периодически обрывать листочки, чтобы было достаточно количества света для плодов. Конечно, еще требуется дополнительный уход по подвязке его к опорным кольям, ведь куст вырастает очень высоким, до 2 метров. Но все эти мероприятия помогают добиться получения богатого урожая крупных плодов изумительного вкуса. Сладкие, с сочной мясистой мякотью, они идеально подходят для различных заготовок отличного качества. Я оценила и полюбила этот сорт. Он действительно достоин места на моем огороде. Надеюсь, оцените его и вы. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.